Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Впереди выходные, уикенд. Я надеюсь, то, что этот факт не может не поднимать настроение. Это хорошо, если поднимает, поскольку закрытие, конечно же, недели на позитивной ноте – это хорошие предпосылки именно так же начать уже неделю будущую. К сожалению, друзья, закрытие этой недели не такое результативное, как начало. К сожалению, почему? Потому что мы получили меньше профита, чем надеялись по ряду активов. По отдельным инструментам, вот особо разочаровал канадец, и вовсе ушли под воду. Ну а с другой стороны, можно отметить то, что есть еще и положительный момент. Он связан с тем, что рынок нас особо не балует, потому что если бы было иначе, мы бы, собственно, могли бы потерять бдительность и решив то, что совершенно точно, безошибочно определили даже локальные краткосрочные тренды, могли бы начать злоупотреблять рисками и, соответственно, перейти черту по загрузке депозитов. Это хорошо. То, что динамика сохраняется, пусть и не в той выраженной, скажем, волатильной фазе, в которой хотелось бы, но то, что рынок ходит то вверх, то вниз, это подтверждение того, что мы по-прежнему обязаны за ним следить, мы копать должны, может быть, поглубже по ряду активов, ища предпосылки даже для краткосрочной динамики. Ну и, безусловно, мы должны оставаться в тонусе. Должны в любом случае сохранять благоприятное расположение духа, потому что это, еще раз повторяюсь, очень важные нюансы трейдинга. Ни в коем случае не нужно бояться, не нужно паниковать и вводить себя в состояние стресса, друзья. Но основное правило, которое позволит вам все-таки соблюдать вот эти положения, вот эти золотые середины, это контроль правил риск-менеджмента и не привлечение загрузки по депозиту выше того плеча, который я рекомендовал. Вообще, для рынка Форекс оптимальным, для консервативного, взвешенного, вразумительного, последовательного и дальновидного трейдинга это примерно 1 к 10. Ну, давайте поговорим теперь о нашем традиционном наборе активов. Начнем, как и всегда, с нефти. Клос вчерашнего дня 45.26, сейчас находимся чуть повыше, 45.68. Если резюмировать вчерашнюю торговую сессию, то актив немножечко вырос. И, в принципе, это, наверное, было логично. После тех потерь, которые мы наблюдали несколько дней назад, после тех потерь, с которыми мы работали 3 недели назад, в целом, даже несмотря на восстановление вчерашних торгов и то, что сегодня на азиатской сессии актив прибавляет, это все равно не те значения, которые позволили бы вывести вот даже в недельной динамике актив на положительную территорию. В рамках недели все равно рынок черного золота остается под водой. И, судя по всему, друзья, мы закроем эту неделю, которая станет уже 5 недели подряд по счету, когда цены на нефть снижаются. Напоминаю то, что у нас есть возможность работать своего рода с историческими такими, не то чтобы прецедентами, показателями рекордсмены. В частности, 5-я неделя, если таковая будет, текущая пятидневка, позволит нам говорить о тренде за 2,5-3 года недельного обвала. Плюс ко всему, не забывайте то, что потери с начала этого месяца уже настолько серьезные, что мы говорим о самом слабом полугодии для всего рынка углеводородов с 1997 года. Вчерашнее восстановление. Ну, безусловно, можно сейчас покопаться в статистике, вспомнить те отчеты, которые были накануне. Я думаю, то, что с фундаментом ничего общего у той восстановительной динамики, которую мы видели. Почему? Потому что в целом фундаментального фона, тем более позитивного для рынка нефти, не появилось. Он не улучшился ни на граммочку, ни на чуточку. Единственная причина отката – это может быть техника, хотя тоже вряд ли. Скорее всего, трейдеры просто начинают фиксировать после затяжного ралли позиции. Закрытие ордеров приводит логично к такой реакции. Может быть, уже
в игру вступил и эффект пятницы перед выходными, тоже вполне логичное поведение тех трейдеров, которые смогли прокатиться на вот этом затяжном ослаблении. Это тоже как из один из определяющих факторов. Я напомню, друзья, то, что накануне в среду мы с вами констатировали котировки на минимальном значении за последние 10 месяцев. И в частности, эта негативная реакция участников рынка стала следствием на те данные, которые вышли от Министерства энергетики США по объему добычи. Объем добычи, производство нефти в Штатах выросло на 20 тысяч баррелей в сутки. Это очень много. И снова мы заговорили об опасениях, связанных с эффективностью сделки ОПЕК. И, наверное, уже можно переставать говорить о том, насколько эти опасения присутствуют, насколько они актуальны, а просто смириться с тем фактом, то, что уже никто не сомневается, то, что сделка себя скомпрометировала, она уже не является каким-то маяком для восстановительной динамики, поскольку все уже пришли к выводу, что эта сделка не работает на фоне того производства, которое наблюдается со стороны других ключевых производителей черного золота. Общие объемы добычи сланцевые сейчас составляют в Штатах примерно 9,35. Хотя я думаю, то, что, наверное, истинная цифра чуть повыше. Давайте говорить о 9,4 миллионов баррелей в сутки. И то, что этот показатель примерно на 10% выше, чем за аналогичный период в прошлом году, позволяет нам тоже сделать и в связи с этим вывод, который гласит то, что американские сланцевые производители остаются невероятно эффективными и продолжают развивать сланцевый бизнес даже на фоне тех цен на нефть, которые мы наблюдаем сейчас. Это комментарий такой латентный с моей стороны для тех трейдеров, которые еще в комментариях писали мне под брифингами, что уровень рентабельности для сланцевого бизнеса США находится на отметке $55 за баррель. Друзья, уже совершенно очевидный факт, который был признан даже самой администрацией аналитической информации, статистами, которые снабжают нас статистикой, анализируют сектор нефтянки в Штатах, то, что за счет тех технологий, которые стали активно внедряться в эту отрасль в Штатах в последние 1,5-2 года, уровень рентабельности уже серьезно понизился. Поэтому можно сказать то, что даже текущие котировки – это те цены, которые не то чтобы позволяют сланцевикам оставаться на плаву, а то, что позволяет им получать очень хорошие проценты с маржи и зарабатывать деньги. Поэтому из недели в неделю мы говорим о статистике по приросту количества нефтяных терминалов. Это тренд, тенденция. Поскольку сегодня пятница, у нас традиционный десерт, скажем, под закрытие недели, это статистика Baker Hughes, 20:00 по московскому времени. Это как раз те отчеты, которые указывают, насколько сланцевые производители, с учетом текущих цен на нефть, верят в хорошие перспективы этой отрасли и готовы дальше инвестировать в это направление, в этот бизнес. Прошлая неделя была 22-й недели подряд, текущая, не сомневаюсь, станет 23-я, поэтому уверен, что мы с вами вместе с другими трейдерами, которые следят, собственно, за этим релизом, перевалим за показатель в 750 нефтяных платформ и буровых. Это уже будет максимум, не то что даже с апреля, с начала 2015 года. И тут же я предлагаю вам сделать вывод на основании вот этих данных, если сейчас предлог отказываться от того, чтобы продавать дальше нефть, а напротив, встать в длинные позиции, надеяться на то, что нефть выкарабкается. Это, конечно же, на ваш собственный страх и риск. Если вы готовы сейчас заглянуть в будущее, если у вас есть такие возможности, и прикинуть то, что ОПЕК в ближайшее время пойдет на еще большее сокращение объемов добычи, и сланцевый бизнес начнет активно сбавлять обороты, тогда да. Если у вас есть информация, предпосылки увидеть нечто подобное, то, может быть, вы и поступите правильно, если начнете покупать. Но я сомневаюсь, что такие предпосылки появятся не то чтобы до конца этого года, а в перспективе даже еще и 2018 года. Поэтому, поскольку мы достигли уже $45 за баррель, тогда, когда в этот уровень не верил никто, я считаю то, что нужно гнуть свою линию, и пока не меняется новостная картина, не нужно придумывать ничего, из-за чего можно было выйти из очень по-прежнему перспективной сделки. Поэтому я, хоть и сократил часть позиций, как я отмечал вчера, все равно сохраняю еще определенные
скажем, определенный запас по тем средствам, которые присутствуют, чтобы прокатиться с возможностью тестирования даже 42, а то и 40 долларов за баррель. Крутовато значение, конечно же, понимаю, но вспомните, как еще месяца два назад говорили про 45. В принципе, то же самое, считая то, что этот уровень с учетом ожидаемого продления действия пакта достигнут не будет. Сейчас, друзья, мы с вами не то чтобы его уже видели, мы уже смирились с тем, что 45 – это реальность, и нужно уже строить более реальные ожидания на дальнейшую перспективу, а это снижение вниз. Российская валюта 59.74, видели мы котировки пары доллар-рубль выше 60, но пока восстановление, соответственно, идет на рынке нефти, рубль воспользовался этим затишьем в реализации медвежьего тренда и тоже попробовал немного упрочить свои позиции. Ну, пусть и он выдохнет, потому что потери для российской валюты тоже были больше 10% за очень короткий промежуток времени. Снова рубль вернул себе статус одного из самых волатильных и аутсайдерных активов глобально. Экономики. И я думаю, то, что 60, 61, 62 – это 100% ретиры, которых как минимум можно держаться в ближайшие предстоящие недели. Доллар, японская иена. Американец, в принципе, нас радует. Сейчас котировки 111.33, хотя волатильность составляет желать лучшего. Рынок не то чтобы в безыдейном состоянии. Может быть, есть понимание, куда ему стоит идти дальше, но двигаться без какого-то локального топлива очень трудно. Поэтому американская валюта ждет, когда же на рынке появятся эти судьбоносные, важные и путеводные либо комментарии, либо статистические релизы. На этой неделе статистики как не было, так и нету. Собственно, сегодняшняя торговая сессия, ну, может быть, за уши, если потянуть отчет в 16.45 по московскому времени, это индекс активности в сфере услуг, но не знаю, насколько он будет определяющим. А вот на следующей неделе, друзья, у нас уже статистика по ВВП. Это куда более важный релиз, за которым мы, безусловно, будем наблюдать и следить. Плюс ко всему, по доллару японской иены, если сейчас проводить разбор полетов, вчера вышла статистика по заявкам на пособие по безработице, снова сильный отчет. У нас сильный отчет тогда, когда он находится не то чтобы даже ниже 250, ниже 300 тысяч. Обращение сейчас, актуальная цифра 241 тысяча. Если бы не трежис, которые продолжают оставаться на крайне низких значениях, я думаю, то, что пара доллара японской иены уже тестировала бы отметку 112. Еще один позитивный момент для покупателей доллара и, в частности, для тех трейдеров, которые все еще торгуют американской фондовой секцией и видят то, что S&P легко проберется выше 2500 пунктов. Это последние результаты стресс-тестов, которые были проведены в банковском секторе. Собственно, они были опубликованы вчера. В целом, крупнейшие банки прошли проверку уже третий или четвертый даже год подряд, соответствует требованиям, которые были определены в Федеральной резервной системе качества активов. Это тоже локальный позитивный фактор, который, как говорится, на безрыбье и рак щука, можно использовать в качестве еще одной идеи, чтобы, если не покупать сейчас активно доллар, то, по крайней мере, не торопиться с продажами. Поэтому по доллару японской иене у нас, друзья, как и раньше, остается ориентир 114 иен против американца, 114-115. Пока мы постепенно то прибавляем, то теряем. Диапазон входа, как я уже отметил, очень зажат, сдержан. Но это еще одно подтверждение, то, что рынок копит силы, чтобы показать впоследствии какое-то выраженное движение. Надеемся, что в этот раз мы сможем избежать распродаж доллара по факту спроса на японскую валюту, сможем все-таки прокатиться на росте и американцы. Если это случится в ближайшие недели, то тогда действительно первое полугодие мы с вами закроем очень даже хорошо. Европейская валюта против доллара. К сожалению, здесь новостей нету. Сам рынок находится в какой-то спячке. Вот европейская валюта против доллара. Обратите внимание на дневки тоже. Внутри дня диапазон хода 20-25 пунктов. Это, конечно же, ерунда. Я хочу предложить вам идею, вот, которую услышал у своих коллег по паре европейская валюта против иены, то есть евро-иена. Это долгосрочная идея до конца 2017 года, но учитывая то, что сейчас эта пара находится на отметке 124.21, а целью может выступить уровень 138, то есть вы не ослышались, речь идет о потенциале 1400 пунктов.
рынков и, в частности, объяснить возможность восходящего движения для европейской валюты против иены можно как политикой японского регулятора. Вы помните, что буквально несколько дней назад Банк Японии подтвердил то, что параметры без изменений, ставка отрицательная, соответственно, объем выкупа активов на прежнем уровне и прежний ориентир таргетирования 10-летних облигаций на отметке в 0%. Это может оказывать давление, ну, по идее, должно оказывать давление на японскую валюту. А евро для тех, кто все-таки сейчас готов поставить на фундаментальную, это ключевое слово, бодрости всей еврозоны, здесь можно зацепиться за последнее улучшение макроэкономических отчетов, поверить то, что ЕЦБ найдет, даже с учетом снижения цен на нефть, возможности, чтобы оправдать изменение денежно-кредитной политики в сторону ужесточения. Ну, есть еще такая предварительная идея, ее, конечно же, нужно будет дальше анализировать, раскручивать, обсуждать. Это усиление интеграции за счет объединения дополнительного интеграционного союза между Германией и Францией. Ну, к этой идее, я думаю, что мы с вами вернемся, но только не раньше того, как пройдут выборы в Германии. А это осень, собственно, этого года. Нам нужно еще лето пережить. Поэтому, друзья, если интересуют амбициозные идеи с вроде бы как стоящим объяснением, тогда рекомендую евро-иена с целью 138. Фунт против доллара. Британская валюта вроде бы как в начале недели нас порадовала, но сейчас мы видим восстановление фунта и начинаем снова, скажем, криво смотреть на этот актив. Но я советую особо сейчас не расстраиваться, потому что локальный откат, он хоть и идет после потери торговой сессии вторника, но я не думаю, что он настолько решительный, чтобы сейчас завести инструмент выше, чем тот уровень, на котором пара фунт-доллар находилась до выступления карты. Я думаю, то, что рынок сейчас еще сам не может определиться с тем, какого же вектора будет придерживаться Банк Англии. Я напоминаю, что Карни еще раз подтвердил то, что на фоне низких значений роста заработных плат, высоких значений инфляции, слабой потребительской активности, никто даже не будет сейчас голосовать из реального большинства за повышение процентной ставки, то есть за ужесточение монетарной политики. Это выступило фактором во вторник слабости для фунта, но после выступил главный экономист Банка Англии Холден, который считает и будет пытаться протащить эту идею о том, что лучше сейчас повысить процентную ставку, нежели не повышать их впоследствии довольно более, скажем, выраженном ключе. Лучше сейчас на 0,25, чтобы потом не принимать решение об ужесточении политики через рост ставок на 0,5. То, что, по его мнению, сейчас из-за высокой инфляции можно нейтрализовать определенные негативные последствия именно преждевременного решения. Ну, это тоже, скажем, сомнительная такая логика. Повышать ставку, ужесточать условия внутреннего взаимодействия на фоне тех проблем, которые были подтверждены Карни, на фоне тех проблем, которые мы с вами видим. Я надеюсь, то, что в ходе последующего голосования в следующем месяце все-таки распределение голосов так и останется на стороне большинства против ужесточения политики и позволит нам торговать по-прежнему мягким вектором денежно-кредитного курса, ссылаясь еще на проблемы и политического характера. Вот если нужен фактор, объясняющий сегодняшний спрос на фунт, можно отметить вот буквально комментарий Хаммонда, это уже министр финансов, собственно, банка, точнее, Англии. Этим комментарием буквально несколько часов Хаммонд нашел где-то позитивные возможности, которые озвучил о том, что консервативная партия сможет, то есть партия Терезы Мэй сможет сформировать коалиционное большинство уже в предстоящие дни. Ну, попытался найти больше информации, к сожалению, не смог. Поэтому этим комментариям пока что и, может быть, какой-то утки, появившейся на рынке, особо доверять давайте не будем. В целом, друзья, я советую сохранять прежнее медвежье расположение в отношении британской валюты. Мы с вами сохраняли его даже тогда, когда фунт пытался протестировать сопротивление 1.30, видели причины и те факторы, которые должны отправить его ниже, потом увидели, как эти факторы реализовались и, в принципе, практически позволили нам добраться до нашей цели 1.25, но не дотянули мы до нее.
Думаю, то, что произойдет, это возможно уже на следующей неделе. Самое главное, еще раз взвесьте фундамент, еще раз вспомните то, что я вам говорил, те риски, которые обозначал. Советую все-таки делать больше акцент на самое влиятельное решение в рамках монетарных властей Англии. Это решение и мнение руководителя Карни, а не заместителя и не прочих экономистов. То есть в конечном счете все будет зависеть от его последнего слова и, скажем, права вето. В общем, если господин Карни считает то, что ставки повышать еще время не пришло, значит время реально не пришло. И не нужно мудрить, не нужно пытаться найти прецеденты, когда рост инфляции был причиной незамедлительного ужесточения монетарной политики. Вот, кстати, в России такое было, но не нужно сравнивать развивающиеся рынки с развитыми площадками, к которым относится Англия. И, друзья, еще одно слово, пару слов про канадца. Канадский доллар, безусловно, лично меня очень разочаровал. На канадце сейчас потери уже больше 150 пунктов, лично по моей позиции, поскольку я поверил в то, что именно нефть будет определяющим для этого актива. Но канадский доллар счел необходимым укрепиться больше, чем на фигуру после выхода данных по рыночным продажам. Вчера статистика действительно показала то, что потребительская активность находится на очень высоком значении. И трейдеры верят, трейдеры, инвесторы и те, кто, в принципе, сейчас обращает внимание на то, что происходит в Канаде, верят в то, что будущие показатели экономического роста будут настолько хорошими, что уже окончательно отворят дверь для того, чтобы Банк Канады пошел на повышение процентных ставок. Это то, о чем говорила еще Каролина Вилкинс недели назад. Но не нужно забывать то, что есть еще, скажем, своего рода подводные камни, которые могут охладить интерес даже самих монетарных властей к ужесточению политики. И я думаю, то, что с одним из этих камней мы реально можем столкнуться уже сегодня, поскольку в 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по инфляции в Канаде. Конечно же, ужесточать политику тогда, когда индекс потребительских значений, уж тем более базовая инфляция, снижается, никто не будет. Я думаю, то, что на фоне обвала цен на нефть мы вправе рассчитывать на просадку и общего показателя инфляции, поскольку стоимость на энергоносители – это один из основных компонентов для индекса инфляции. Поэтому если сегодня, в соответствии с прогнозами, да, мы сегодня можем получить более слабые цифры. И если сегодня мы их получим, я думаю, то, что пара USDK также очень быстро сможет снова вернуться в район 1.33. Ну, по крайней мере, лично я хотел бы видеть пару на этих значениях и буду визуализировать и, соответственно, следить за этим макроэкономическим отчетом. Ну и плюс ко всему, я не верю в то, что канадская экономика окрепла настолько, что может легко нивелировать снижение цен на нефть. Да, котировки нефти восстановились в рамках вчерашней торговой сессии, но вы представляете, что будет, если мы снова окажемся ниже 45? Это будет подтверждение того, что рынок собрался на тестинг более низких ценовых значений. Вряд ли канадцу удастся сдерживать давление со стороны обвала и сырьевого рынка. Поэтому даже несмотря на потери, лично моя субъективная позиция, мой подход сейчас сохранять длинные позиции по паре USDC и ждать возвращения этого дуэта активов выше отметки 1.3350. Из важных отчетов сегодняшнего дня, снова резюмирую, это инфляция в Канаде в 15.30, в 16.45 статистика по активности в сфере услуг в США и в 20.00 для тех, кто следит за нефтью, отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Советую изначально настраиваться на 23-ю неделю роста подряд и на увеличение числа терминалов с уходом общего показателя буровых за 750 штук и единиц. Подробнее об этом поговорим в понедельник во время очередного брифинга, который состоится, как и всегда, в прямом эфире в 9:30 по московскому времени. Друзья, на этом, собственно, все. Остается только пожелать вам хорошего окончания этой недели. Собственно, хороших приближающихся выходных. Пожалуйста, проведите их так, чтобы в понедельник у вас остались силы на трейдинг. И самое главное, чтобы к торговле вы вернулись с нужным и правильным эмоциональным настроем. На этой ноте давайте тогда завершать. Если есть вопросы, как и всегда, канал на YouTube. Но помимо вопросов в комментариях, не забывайте ставить большие пальцы, лайки. За них вам также отдельное спасибо. Всего доброго. До свидания.